Всем привет, друзья! Сегодня мы будем делать простой, но мелодичный и очень качающий бит в стиле 42 Doug и Lil Baby. Если вам ролик понравится, то не забывайте про лайк и подписку. Также переходите в группу, а мы начинаем. Итак, как вы видите, инструментов здесь не так много. Начнем их прописывать по очереди. BPM 108. Первый инструмент это LAPS, библиотека Strings 2, пресет Strings Ensemble. И начнем ее прописывать. Тональность C-sharp minor. Так, это будет наша основа, мы ее дублируем. И сейчас я добавлю некоторые супер высокие и супер низкие ноты. Вот, и вы уже, наверное, чувствуете, что создается такой злой характер, что ли. Теперь дублируем и в последнем такте сделаем вот такую лесенку. Ну и все, продлеваем, velocity не трогаем. Далее мы эту скрипку сразу же закидываем на микшер. И здесь я повесил halftime, затем эквалайзер десризл низ и вверх и ревер. Про обработки в конце видео. Так, и теперь эту скрипку давайте запишем. Нажимаем вот на эту красненькую и нажимаем Alt-R. Теперь она у нас появилась в плейлисте, вот в этом окне. И что я с ней хочу сделать, это реверсировать. Здесь сменим на стретч и поднимем на октаву вверх. Так, все, переходим к следующему инструменту. А это у нас флейта из контакта, пресет вы видите на экране. И вот так она звучит. В последнем такте сделаем такое отличие. Опустим ее на ноту А5. Тоже изменим ролл. И эту ноту поднимем на октаву вверх. Флейта готова. Закидываем ее тоже на микшер. И тут все те же самые обработки. Поэтому переходим к следующему инструменту. Сейчас уже все самое сложное позади. Теперь FL Case. Просто одну ноту растягиваем на два такта и копируем. И убавим velocity где-то до 50%. Все, круто. И остается у нас последний инструмент. Это вот такой колокольчик. Все, эти две ноты мы копируем. Итак, мелодия готова. Не знаю, как вам, но мне она очень нравится. Приступаем к драмке. Здесь тоже все максимально просто. 4 инструмента, кика нет. И вот такие звуки я подобрал. Начнем прописывать с 808 баса. Делаем у него cut itself. Так, следующая нота будет вот здесь, но перед ней мы добавим еще одну. И это такая небольшая фишка, которая поможет добавить кача в ваши биты. Итак, едем дальше. Так, теперь мы это дублируем. Добавим вот сюда ноту, а вот это уберем. Бас готов. Снейр. Так как BPM у нас маленький, мы его ставим в два раза чаще, то есть вот таким образом. Если у нас BPM больше, чем, скажем, 110, то мы бы ставили его как обычно, то есть вот сюда, потом вот сюда. Но когда BPM меньше 110, мы ставим снейр или клэп в два раза чаще. Далее хай-хэт.
Вот такой не совсем простой паттерн будет у хай-хетов, но согласитесь, это намного кочевее, чем простые два шага. И остается open hat. Ну вот и все, в принципе, драмка готова, теперь будем делать аранжировку. Я бы записал флейту таким же образом, как мы записывали скрипку. И паттерн я сплетану. Отделим мелодию от драмки, выберем ножик и срежем то, что выпирает. Все, и теперь я буду делать развитие. Так, ну и все, ускоренную версию аранжировки вы увидите в конце видео, а сейчас про обработки. Скрипку я показывал, флейту, вот эквалайзер, который я не показал, низ и верх срезаем, и ревер. Пианино обработал только эквалайзером, где срезал низ, чтобы не мешал басу, и колокольчик. Срезаем низ эквалайзером, ревер, и я накинул изотоп Vinyl. Здесь я накрутил 30% дитюна. То есть, ну я думаю, ясно. Так, и далее, драмка, бас, срезал саб и срезал вверх. Про пик контроллер попозже. Снейр эквалайзер, хай-хэт эквалайзер, опен хэт ничем, потому что он и так чистый. Так, девятый канал, давайте его покрасим, потому что это группа всей мелодии. Вот все инструменты мелодии у меня направлены на эту группу. И пик контроллер контролирует вот этот ползунок. А десятый канал — это все каналы в нем. Здесь у меня клипер и Fruity Limiter, это я пробовал бит перегружать. Но в итоге мне эта версия не понравилась, поэтому так и оставил его выключенным. Ну и по обработкам все. Ну и все, друзья. Напишите в комментарии, понравился ли вам бит, потому что мне, ну, очень. А если понравился ролик, то подпишитесь на канал. Также буду рад, если заглянете в мою группу ВКонтакте. И сейчас в конце вы увидите аранжировку, послушайте итоговый бит. А я с вами прощаюсь. Всем удачи, пока.